Всем известный российский артист Николай Цискоридзе сегодня рано утром на телевидении на одном из самых популярных шоу сделал ужасное заявление. На данный момент этим обеспокоена вся Россия. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, чтобы не пропустить зато утром продолжение этого выпуска. Наш любимый российский артист Николай Цискоридзе заявил всем о том, что его большой концерт, который был назначен на 25 августа, будет перенесен пока что на неизвестную дату. С чем это связано, он не сказал, только улыбнулся и сказал, что так надо. Вскоре мы узнали причину переноса концерта и были шокированы. Оказывается, медики ему назначили срочную операцию на ногу. У него уже давно болит нога, и несколько дней назад после полного обследования врачи предложили ему сделать серьезную операцию. На данный момент Николай Цискоридзе об этом никому не говорит. Поэтому, друзья, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал и не упускайте из виду все выпуски, которые мы делаем для вас и которые выходят на нашем YouTube-канале.